И всем привет, с вами Фоксиломс, и сегодня мы будем играть The Stanley Parable. Эта игра была более популярнее год назад где-то. Так что, но сейчас я снимаю в 2020 году. Окей. И мы погнали. Так, окей. Мы погнали. Это история о человеке про Стэнли. Окей. В этой игре есть несколько концовок. Мы пройдем одну из них. Будем слушаться диктора. Поехали. Все его коллеги исчезли. Как же так случилось? Стэнли решил пойти в конференц-зал. Может, он просто пропустил уведомление? Окей. Пусто. Окей. Лист. Так, здесь ничего нет. Сюда, значит, идти. Окей. Когда Стэнли подошел к двумя открытым дверям, он вошел в дверь слева. Ну, слева, давай пойдем. В следующей серии. Пойдем справа. Окей. Так. О, конференц-зал. Но и тут никого не было. Не веря своим глазам, Стэнли решил подняться в кабинет начальника с надеждой найти ответы там. Broom closet. Окей. Подойдя к лестнице, Стэнли пошел наверх к кабинету начальника. Окей. Так что идем. Было интересно пойти вниз, но окей. Сюда идем. Зайдя в дирекцию, Стэнли был снова ошеломлен отсутствием хотя кого-то живого. Совершенно шокированный, Стэнли начал гадать, кто все это устроил, какие темные секреты от него скрывали. Чего он не мог знать, так это что кнопочная панель со столом начальника охраняла, и для этого начальник поставил на ней особый секретный код 2845. Здесь, что ли? Ну, конечно же, Стэнли и предположить об этом не мог. 2, 8, 4, 5. Нет. 2. Стэнли стоял и разминал пальцы. Пытаться подобрать код был. Было бы глупо затеей. Я что-то уже устал. 2, 8, 4, 5. Ничего не происходит, обманывают. Окей, типа не знаю. Вот директор. По крайней мере, голова. Черт бы, неожиданно включился аварийный блокировка панели и дверь открылась сама по себе. Понятно. Окей, сюда пойдем. О, красная кнопка. О, куда мы летим? Нет, меня забирают. Нет. А пока я тут катаюсь и спускаюсь в глубины здания, Стэнли заметил, что чувствует себя как-то странно. Зарождающиеся эмоции в груди, словно он мог свободно думать, сомневаться в смысле своей работы. Почему он чувствовал это сейчас и не задумывался об этом годами ранее? Этот вопрос не останется неотвеченным надолго. Короче, пока я тут блуждаю, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Стэнли пошел прямо и зашел в дверь над... О, над которой написано. Серьезно? О, ладно, сюда пойдем. О, что это за комната? Не-не-не, свет залил гигантскую комнату с множеством экранов. Какой ужасный секрет хранила эта комната, подумал про себя Стэнли. Хватит ли у него мужества узнать? Конечно, хватит. Я что, не мужик? Пошел я. Свет тут и зарождается. О. Окей.
Теперь, так, на каждый из них был номер работника здания коллеги Станли. Жизнь стольких людей упрощена до изображения на мониторе, и Станли был среди них под постоянным присмотром на этом месте, где свобода была пустым звуком. Так, окей. О, лифт. Это станция управления сознанием. Слишком уже ужасно, чтобы поверить не могло. Так, неужели Сталин действительно был все это время под чьим-то контролем? Только потому что, либо потому что его эмоции сказали... Да блин, я не успеваю. Нет, он не хотел в это верить. Не мог в это поверить. Принять. Его жизнь под чьим-то контролем. Никогда. О таком было сложно и подумать, разве такое возможно? Неужели он действительно провел всю свою жизнь, не видя правды? И вот и доказательство. Сердце, станция, кнопки, подписанные эмоциям. Счастлив или несчастен? Или доволен? Ходьба, прием, пища и работа. Все прослеживалось и управлялось из этого места. И когда холодная реальность прошлого начала укладываться в голове, Стэнли решил, что эта система никогда не будет больше иметь власти над чем-то жизнями, ибо он сломает положит этой системе конец. Куда идти? Куда идти? Так. О, красная кнопка. Нет. Стоп. Дверь. Пойдем давайте сюда. Что за пятерка? Окей. Meet controls idle awaiting input. Hide. И когда он наконец нашел источник питания комнаты, он знал, что его долгом... И его обязанность была остановить это ужасное место, и все это... Оно... Ох, Стэнли, ты только... От пульта управления. После годов рабства ты решил попробовать управлять системой сам? Ты этого хотел, власти? Я не на ту кнопку нажал, я хотел офф! Ох, Стэнли, вздох, попытка была хорошая, серьезно, но ты должен понять одно. Эта система может далеко не все. Нет! Выключить! Ты должен был не поддаться порыву, включить управление и уйти. Если ты хотел испортить мою историю, тебе нужно было подумать, тут получится, у тебя нет и капли этой власти, которую ты себе возомнил. Внезапно Стальняк осознал, что он только что включил систему аварийного самоуничтожения. В случае попытки включить стана, не пройдя от проверок ТНК, активизируются ядерные детонаторы и уничтожить весь комплекс. Нет! Сколько осталось до взрыва? Пускай будет 2 минуты. Нет. Интересно, не правда ли, Стэнли? Нет. Нет, ну правда, теперь ты звезда. Это теперь твоя история. Может, ее менять как хочешь? О, это настолько лучше, чем то, что я задумал, как отжалось. Всегда несколько мгновений перед взрывом бомбы, но каждое мгновение дорого, больше времени поговорить о тебе, обо мне, куда бы пойдем. Что? Ты хочешь узнать, что случилось с коллегами? Немного милосердия перед тем, как тебе сортят. Да. Хорошо, у меня хорошее настроение. Я их стер, я выключил машину, я тебя освободил. Конечно, это только в этом варианте, сори. Иногда, когда я рассказываю, я просто оставляю тебя сидеть в офисе всегда, где-то постоянно так. А иногда я делаю так, чтобы весь офис ушел под землю со всем содержимым. Но должен признать, эта версия истории была весьма занимательна. Смотреть, как ты пытаешься найти ответ и вернуть власть, которую я у тебя... Но уверен, в следующий раз могу выдумать что-то. Боженьки, всего 34 секунды осталось, но немного... А знаешь что? Черт с ним. Добавлю еще времени на таймер. Почему бы и нет? Эти дополнительные секунды драгоценны, Стэнли. Время на деревьях не растет.
Ох-ох, в чем же дело, Стэнли? Ты что, не знаешь, куда идти и что тебе теперь делать, если ты не при виде таймера подумал, что в этой комнате есть что-то не может отключить? Ну, есть, но только посмотри на себя со стороны. Так. Где эта кнопка? Так, все, хоть. Вот эта кнопка. А, минута осталась. Остановить. Чего ты, ты так решил, Стэнли? Стэнли, как ты разочаруешься? Открой секрет. Таймер не для ускорения темпа. Играет про секунды, отсчитывает время до твоей смерти. Ты все еще играешь только потому, что я хочу видеть каждый мгновение твоего бессилия, видеть твое смирение. Это не загадка, это трагедия. Ты хотел управлять этим миром? Хорошо. Но я сначала его уничтожу, чтобы ты не мог. Посмотри на часы, Стэнли. Тебе осталось породиться 30 секунд, 30 секунд, потому большой взрыв и пустота, никакой концовки, тебя просто разорвет на части. Будешь ли ты отчаянно цепляться за свою жизнь или сдашься, умирно умрешь? Или дай, мне все равно и так. И смеешь с каждой секунды твоей неминуемой жизни, а не стандарт и момент КБВ. Я сдох. Ну да, конечно. Короче. Мы сейчас сделаем другую концовку. Прям другую. Но я покажу только конец, когда мы выйдем. Ждите. Итак, все, мы пришли сюда. И сейчас будет вторая концовка. И оф. Я в этом видео поставил эту же концовку, потому что что тут? Одно и то же. Так что я поставил в этом видео две концовки. Оф. И что же будет? Так, что-то происходит, музыка. Я не знаю, что происходит. Темнота и пробирающий холод неуверенности. Получилось? Да, он победил. Он победил систему, освободил себя от чужой власти. Свобода была уже так близка. Но все же, пока огромная дверь медленно открылась, Стэнли задумался о том, что, сколько загадок осталось без ответа. Куда подевались его коллеги? Как он освободился от контроля системы? Какие еще секреты скрывает странная дверь? Но вообще я знаю, куда он придевает. Но с первыми лучами солнечного света, упавшего на пол комнаты, он понял, что его это не волновало, ведь не зная и даже не... И не власть его интересовала. Возможно, его целью было не понять, а отпустить. Никогда ей больше ему не скажут, куда идти, что делать и как себя чувствовать. Какую бы жизнь он ни прожил, она будет его личной. И только это ему было важно. Только это, возможно, стоило понимать. Стэнли вошел в открытую дверь. Ну, короче, я знаю, куда подевались работники, и вы тоже, потому что он всех их стер, как он сказал. Видите, какой прекрасный? Домик там. Темнота тут. И я иду. Стэнли почувствовал легкий ветер на коже. Чувство свободы, невероятный потенциал нового пути, который перед ним стоял. Именно так прямо сейчас все и должно было произойти. И Стэнли был счастлив. Конец. Так. Эта игра была прикольна. В следующей серии мы попробуем другие концовки. Другую концовку. Короче. В следующей серии. А сейчас мы заканчиваем.
С вами был Фоксиламс. Всем пока.